Московский областной суд в среду приговорил сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера к 15 годам лишения свободы и 100 тысячам рублей штрафа. Кохвер признан виновным в шпионаже, контрабанде, незаконном хранении оружия, а также в 9 эпизодах незаконного пересечения госграницы. У него, в частности, как сообщалось, были изъяты пистолет с патронами и крупная сумма денег. МИД Эстонии потребовал освободить Кохвера. Министр иностранных дел страны Марина Кальюрант. Похищение Эстона Кохвера 5 сентября год назад было незаконным. Незаконным был и весь процесс. Мы будем призывать к немедленному освобождению Кохвера. Будем делать это сами и с помощью наших партнеров. Власти Эстонии настаивают, что задержание Кохвера произошло незаконно на эстонской стороне. В России же утверждают, что он пересек границу и был задержан на российской территории.